Ну а далее смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». С горожанами пообщалась Юлия Шишкина. Что у вас в жизни нового? Поделитесь с нами. Я стала бабушкой. Сын родился. Выхожу замуж. Подруга переехала ко мне поближе, и это классная новость. Мечтаю купить новое платье. Квартиру купил. Я университет скоро заканчиваю. У нас сегодня у нашей сотрудницы день рождения. Женимся мы. Когда? 4 числа. Готовлюсь к отпуску, собираюсь в Адлер. В отпуск ухожу. Собираюсь устроиться этим летом на работу, возможно, консультантом в магазин. На пляже искупалась, открыл пляжный сезон.